Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня мое видео о заказе компании Avon по 13 каталогу. Начну я, пожалуй, с корейской серии косметики. Давно уже был этот выпуск, уже, мне кажется, наверное, остатки распродают. Я, опять же, как говорится, в последнем вагоне паровоза решила попробовать масочки и патчи. Значит, в моем заказе была вот эта маска. Это трехступенчатая маска, которая сразу предусмотрена. Первая ступень и умывалка, и пилинг. И уже здесь в отсеке, в этом третьем, это тканевая масочка. Как здесь они, способ применения. Нанесите на влажную кожу лица и легкими массажными движениями смойте теплой водой. Первый шаг. Второй. Для нежного отшелушивания нанесите на сухую кожу лица. Мягкими круговыми движениями смойте теплой водой. И третий шаг. Осторожно разверните и нанесите маску на чистую кожу. И оставьте на 15-20 минут. Снимите маску и распределите остатки сыворотки по коже. Срок годности 3 года. Изготовление Корея. Вот такая масочка. Тоже давно я на нее поглядывала. Решила все-таки взять. Дальше. Из этой же серии вот такая масочка. Это очищающая маска с гранатом. Очень-очень миленькое оформление. 10 миллилитров, конечно, это очень-очень мало за такую цену. Вот они, 10 эти миллилитров, грубо говоря, на всю маску. А все остальное изображение матрешки, нецки, этой корейской, не знаю, как ее назвать. Вот, наверное, маски, я не знаю, на 2-3 раза хватит эти 10 миллилитров. Ну, а так очень-очень миленькая. Это очищающая с гранатом. Это ночная маска. Спящая жемчужина. Тоже такая вот симпатяшка. Губки сердечком. Здесь чуть вот ее больше, этой масочки. Вот так. Почему, интересно, да, этой меньше. Так, это эти еще две масочки. И вот такой пилинг с рисом. Тоже вот столько, 10 грамм этого пилинга. Упаковка, конечно, интересная, удобная. Но по такой цене это очень-очень мало. И, конечно же, не прошла я мимо патчей. Это с зеленым чаем и пионом. Тоже такая милота-милота. Удобная коробочка. Упаковка. Лопаточка стандартная. И сами патчи. Сыворотки достаточно много. Вот такими они скраплениями, наверное, этих зеленых чаинок, я думаю. Вот такие эти патчи. Много здесь сыворотки. Ну, попробую. Тоже, опять же, если брать эти патчи, то для Эйвона дороговато. Как обещает производитель, за 10 минут никаких отеков, никаких черных кругов под глазами от панды. То есть 10 минут и ты красотка. То есть вот такие у меня масочки, пилинг и патчи. То есть буду теперь делать себе масочки и патчи. Так, теперь то, что касается еще, на что я обратила внимание, решила заказать себе, это сеточки вот такие для кистей. Очень удобные. Нравится мне этот, я как раз, то есть хранить вот таким образом.
не распушается кисть, и можно ее хранить. И после мытья сушить ее тоже удобно. То есть, действительно, как бы классная вещь. Давно я такие хотела. И вот заказала. По ароматам тоже скидочка была на такие пальчиковые ароматы. Вот я себе выбрала Life Color. У меня был просто Life, он мне аромат. Вот я решила взять, попробовать Life Color. Но почему маленькие? Потому что Life не очень мне нравился аромат. Как-то я от Кинзо ожидала большего. И тоже соблазнилась на Soft Mask. То есть сейчас как раз осенние пора очей очарования. И вот как раз такой аромат. Здесь шоколад, ваниль. Теплый такой, согревающий. Решила, да, попробовать. В общем, шоколад. Для меня, для сладкоежки, как раз, как говорится, самое то. Вот. Это мой небольшой заказик по 13-му каталогу. С вами поделилась своим заказом. Оставляйте комментарии. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!